печку затопили. Банька будет готова через 2 часа. Сейчас пойду полью теплицу, закрою ее. Реальной красоты небо, как всегда. И пение птичек. Хочешь посуду помыть, которые в шкафу стоят? Зови гостей, говорят. Сегодня какие-то потрясные кадры вообще. В вечернем солнце. Так, значит, надо включить, потому что всю воду за неделю я истратила. Сейчас будем набирать. Вот. Надо как-то зафиксировать. Вода практически набралась. Сейчас кину шланг под яблоню, чтобы она быстрее зацвела. Вот у этой яблони уже буквально налились цветочки, и они все никак не могут распуститься. На этой неделе, скорее всего, она будет цвести. Мишуля, Мисуля. Миша. Как мы выяснили, это растение называется айва. Как оно к нам попало, никто не помнит. Но у него очень классные такие красивые плодики. Выглядит она, они вот так. Но это уже переживший зиму. Сгнивший плодик. Еще она требует опоры, потому что растение, оно такое раскидистое. И ему обязательно нужно делать, помогать держать его ветви. Миш, ты что, мне помогаешь? Миш, только ямки тут не рой. Пожалуйста. Вот в этих больших зарослях скрывается щавель. И он уже начинает грубеть, выпускать стрелки, как вы видите вот здесь. Соответственно, ему нужно уже организовать сбор урожаем. Я это завтра соберу аккуратненько, чтобы сделать щавелевый пирог. Это очень вкусно, даже вкуснее, чем щавелевый суп. Он кисленький, а после того, как он превращается в начинку непосредственно с сахаром, он приобретает очень вкусный земляничный оттенок.
земляничный привкус. Щавель на вкус кислый. И с грядки его желательно не есть. Таким образом его лучше все-таки помыть.